Города-герои и важные события Великой Отечественной. С 2015 года по инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова в Одинцовском округе реализуется военно-патриотическая эстафета «Салют Победе». В этот проект уже вошли такие знаковые города, как Санкт-Петербург, Волгоград, Смоленск, Тула и другие. В этом году 9-й этап будет посвящен Мурманску. Его символами станут копия знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и копия морской офицерской фуражки времен Великой Отечественной войны. Знамя Победы! За все время проведения эстафеты в округе было немало акций, в которых активно принимали участие жители. В этом году организаторы подготовили специальный тематический буклет. Он поможет всем участникам марафона подробнее узнать о 9-м этапе и городе-герое Мурманске. Патриотическую работу необходимо продолжать и дальше, подчеркнул Андрей Иванов. Нам в этом году нужно подумать, как включить в мероприятие участников специальной военной операции и семьи военнослужащих. Сегодня наши бойцы во многом продолжают как раз дело, которое начали наши деды и прадеды. В особенности это касается тех, кто проходит сейчас реабилитацию в госпиталях. Возможно, стоит пригласить к ним наших школьников или юнармейцев, как-то поддержать их там в непростое для них время. Новый этап стартует уже 1 марта. Эстафета «Салют Победе» пройдет во всех территориальных управлениях округа, а также в Рузе и Власихе. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».